Нет, это вкусно, реально. Это какой-то фрукт или овощ? Это шиповник. Мне не нравится, что он нарисован на упаковке. Щербет? Ты думаешь, он вот так вот выпадет? Выглядит как галеты для собак. Похоже на щербет. Это похоже на японские, корейские, не знаю, китайские чипсы. Это пастила. Это похоже на сушеные яблоки. Угу. Если клюкву перемолоть прям совсем, смешать с сахаром, залить вот такие вот штучки. Да. Очень похоже. Ну, пастила. На пастилу похоже еще. Грёбская пастила. На грёбскую пастилу. Вкусно, да. Ну, чем-то отдает яблоком. Чувствуешь? Ну, в общем-то, вкусно. Угу. Для тех, у кого нет зубов, вдвойне. Нет, все-таки чувствуется вкус яблок. Вот сейчас глотни. Интересно, здесь есть сахар? Нет, мне кажется, это относится к здоровому питанию, короче. Ты могла бы быть в программе Елены Малышевой. Ну да, есть. Кисленькое такое же. Вообще-то можно сделать как монокль, использовать. Как монокль? Ну, да. Не надо. Почему? А, пожалуйста, не поджарься. Нет? Нет. Это похоже на раздробленную клубнику. Как классно пахнет, как будто носки вчерашние. Похоже на картошку. Ну да, похоже. Но запах вообще просто омерзительнейший. Какой там инкубационный период у заболеваний? 3 часа? Может, это что-то сладкое? Просто попробуй, пожалуйста. Ладно, давайте, я ем, и все, молча. Нет, это вкусно. Реально. Это похоже на начос. Ой, фу. Только соленое. Соленый. Он мерзко соленый, чем мне очень не нравится, потому что он пересоленный какой-то. Нет, я не уверен, что это картошка. Это похоже на пармезан. А, чувствуешь? Это прикольно. А можно еще? Это прикольно, это похоже на сыр. Вот. Такое ощущение, что он как будто бы немножко гнилой. Ну как? Это очень мерзко. Прикольно. Добавки не хочется. А я не откажусь. Точно восточная хрень. Потому что только на Востоке можно есть такую мерзость. Мне кажется, это что-то чешское почему-то. Ой, это похоже на перепелиные это яйца. Это яйца! Может, это драконьи яйца, как в Гарри Поттере? Перепелиные яички! Хочешь яичко? Это японское или китайское? А это вместе с этой штукой есть? Попробуй так и так. Давай я к тебе. Давай побьемся яйцами. Типа Пасха. Давай. Блин, ты хочешь сказать, что скорлупу нужно есть? Ну, вдруг ее надо скорлупой кушать. Фу, нет. Нет? Как будто жвачка, знаешь, вот забрали кучу жвачек из-под стола в каком-нибудь Макдональдсе. Фу. Скатали в один шарик, получился вот такой шар, который тебе предлагается есть. Не так себя. Вообще никак. Фу, острое. Мне нравится. А горит все. Ты слабая. Безвкусно, но острое и соленое, и выглядит неприятно. Вот это я бы не ела никогда. На что-то похоже, на какую-то траву. Они безвкусные, но острые. Это мерзко. Ну, то есть, у них нету яркого вкуса. Я не понимаю эту штуку. Не знаю, мне нравится. У меня даже еще одну съем. Не, слишком острое. Что это? Это же картошка. Это что? Это селедка. Селедка. Да это видно, что селедка. Селедка – это такой берешь? Отстой. Я никогда в жизни не ела селедку и вообще-то не собиралась этого делать. Приятного аппетита. Пахнет уксусом. Класс. Ну, это вкусно, думаю. Катафан. Картошка. Да. Человек, который ненавидит рыбу. О, боже! Вкусно. Вообще обалденно. Она не такая селедка, как вот... Она какая-то кислая. Вкусно. Она более сладкая, более маринованная. Да.
Ну, это Россия. Это Беларусь. А, точно. Ну, в принципе, мне понравилось. Это первое, на самом деле, еда, которую можно доесть. Есть. С водкой. Главное, чтобы ничего не ползло и не влезало. Вот это похоже на грибы. Это похоже на вот эти вот грибы шитаку, только светлые. Да, точно они. Да? Вот они не хрустят. А, это фунчоза. Мне кажется, это капуста. Это редька. На капусту похоже. Да. Самое смешное, что кажется, что это какая-нибудь... Оболочка какого-нибудь червя. Или да, или какой-то там начинка черепахи. Это спокойно, совершенно моя еда. Ну, вообще вкусно, да. Капуста или лапша? Да, я рискнула, да. Мне кажется, это какая-нибудь китайская капуста. А то, что темного цвета? А это она недотертая просто. Она не выглядит как капуста. Да, в любом случае, это вкусно. Ой, я не люблю квашеную капусту, мне это не очень. Класс! Круто же хрустит. Как будто хрящики жуешь. Напоминает что-то морское. Секша. Вкусно. У нас это вызывает плохие эмоции. О, это какой-то десерт. Я знаю, что это, но выглядит она всегда очень забавно, да? Это мочи! Вот это бомбическое! Это мочи! Обожаю мочи! Ну, наконец-то я поем мочи! Вот. Настя, что тебе белое напоминает? Мозги. Мозги? Угу. Очень похоже на человеческую часть. Оно похоже на мочку уха. Вот эта штука. О, хватит. Бабушкины ушки. Такие, представляешь, что мочку ушки у бабушки вот трогаешь, когда вот такое вот. Ну да, это типа мармелада. Но закрахмаленная вообще. Вкусно. Просто тесто, по большому счету, сладкое. С начинкой. Из чего-то непонятного. Чего-то непонятного. Какая-то кофейная. Обожаю. Это вкусно. Да? Вкусненько. Самое невкусное – это были яйца. Мы, по-моему, в этом сошлись. Яйца отстой полный. Самым мерзким был сыр первый. Самым мерзким была селедка. Сыр. Селедка. Сыр отвратительный, соленый. Блин, по-моему, интересный вкус был пармезан. Не знаю. По-моему, вот самый мерзкий – это вот этот сыр. Он отвратительный просто такой. Да. Мне понравилось больше всех рыбка. Да, рыбка – это как наша селедка. Селедка вообще самая клевая. Я за селедку голосую, короче. Даже не за мочи. Можно даже, кстати, вернуть. Фунчоза, кстати, была. Ну, а-ля фунчоза тоже была ничего. Тоже непонятно, что это, но очевидно, какая-то редька. Медуза не очень. Медуза, да, была хуже всех. Нет, не хуже. Хуже всех. Хуже всех был этот сыр. Яички интересные. Самые интересные яички. Яички? Яички. Что тебе больше понравилось? Вот эти, что я не знаю, как это мочи. Называется. Ну, в общем, вот эти ушки. Моти, ну, все такое.